И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дэн, Фокс, Пика, King on Fire, D-Zero, Иртик и Тучка, Flying, пацаны. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Смотрите, какую я нашел офигенную карту. Ну, скорее всего, не я, подписчики мне скинули. Будем сегодня на ней делать классное выживание с машинами. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем всем сталкивать, веселиться и угорать. Погнали. 3, 2, 1. Раунд начался. И эту карту я вообще не знаю. Сейчас будем ее вместе с вами изучать. О, смотрите, один уже начинает косячить. Тихо. Коля, осторожно. Новая машина, только купил. Нельзя тебе. Смотри, первый пошел. Щенок. Ладно. Тихо. Очень. Нет, Коля, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну, пацаны, ну, я не первый. Ну, нет, я не первый. Ну, нет. Давайте посмотрим, что будет, если я упаду вниз. Ого, я 200 километров. А, что? Еще и кряк только на машину удалил. Это жесть. Ладно, на самом деле я подался вначале, чтобы было веселее. О, смотрите. Тут закуска. Эх, прикольно. Она что-то как-то как будто кажется скользит, и ты вот-вот выживешь. Коля, ты упал? Еще один упал. Что, у нас два человека уже осталось? Вот этот раунд очень быстро прошел. Ребята, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал и залетайте в наш Дискорд. Вместе с вами поорем. И кто хочет, можешь попасть к нам в ролик. Ссылка на Дискорд в описании. Совершенно молодец. Ой, совершенно верно. Настроение просто отличнейшее. Капец, Дэнчик, мы сейчас с тобой, реально. Да, а это Дэн остался и Тучка? Да. Эй, смотри. Дэнчик, если ты не сможешь двигаться, ты проиграл. Не, ну он двигается. Он двигается, да. Но сейчас ему помогут. Смотри, тут есть такая щель, он проскочит туда. Ну все, прощай. Ух ты, блин, он немножко багает. А что у тебя с колесом? А, ты его выкрутил просто. Давай. Ого, все. Щенок влетел. Так, ну что, первый раунд у нас победил и Тучка, правильно? Да, куда? 3, 2, 1. Раунд 2 начался. Я буду сейчас играть очень аккуратно и взял ту же самую машину. Она очень мощная. Мега. Опа, стоп, я понял, тут лучше в зарубу не залазить. Да, не. Я уже виноват, да, я уже. Я вспомнил, мне надо купить хлеба. Вот сейчас упадем. Хлебный магазин тут есть. Пусть они там скидывают. Ты упал. А я на крысу покатаюсь. Она хорошая. Опа! Что ты? Голова! Стоять! Не понял, чуть-чуть не могу... А, могу толкать? А так это у нас Дэн. Кстати, я знаю, откуда Дэна персонаж. Это кот в сапогах. Да ладно. Опа! И задний ход. И сразу... Да как ты выбрался оттуда? Ты же должен был улететь. Здесь края очень слизанные такие, знаете, как полукругом идут. То есть вы можете так просто попасть в такую фишку, что вы скинете человека, но при этом вы сами не сможете выехать. Слышь ты! Голова! О, все, застрял. Застрял. Я тебе помогу. Ну все, ты не выйдешь. Дима, помоги. Нет. Тебе поможет только судьба. Бум! Ого, ты что за мощь? Хорошо, что я эти плиты поставил, я выиграл. Так, поехали. А здесь кто-то есть? Он не затрет. О, здоровенький. Тихо. Ну все. Улетел. Ребята, он уже не выйдет. Так. Я тебе помогу, Дэн. Вот еще один застрял. Блин, это карта с какими-то подписями и западлами. Давайте я помогу. Не надо. Надо добавить мод, классную настройку. Я придумал, что можно сделать в следующий раз на этой карте. Я думаю, что вы можете написать в комментариях, что можно на этой карте еще запилить. И мы это обязательно сделаем. Так, кто у нас остался? Ну давайте, если вы 10 секунд не можете выехать, значит, кто у нас победитель? Тот, кто может ездить. О, красный, стопэ! А ты что тут делаешь? Ах ты, очкошник, стоять! Эй, идите сюда! Так, надо быть очень внимательным, чтобы не упасть самому. Я хочу в этом раунде победить. Прикол, сейчас бы он через него перепрыгнул. Ух ты! Вы видели, как он улетел? Коля, я попробую тебе помочь. Давай. Я хочу сейчас с тобой побороться. А, у тебя колесо заело. Подожди. У тебя с подвеской там небольшие траблы возникли. Бак колеса. Подвеска в текстурах. Я сейчас тебе помогу, не переживай. А, тихо! Стоп. Я не хочу сам просто упасть. Сейчас, я ж на права сдавал, поэтому я знаю, как тут вырулить. Уверен? Все, Коля, я тебя выталкиваю. А вперед нажимай. Машина слабая. Так я вперед и еду. А что ты назад едешь? Ладно. Подвесочка. Давай толканем тебя. Бам! Ну! Упадешь, Дима? Я буду ржать на того, если он упадет. Вот это помощь, Дима. Тихо! Ну нафиг! Есть! А я понадеюсь. Ну ё-моё, ну что это за... Ну нет! Ты все равно последний. Я последний?
Да, ты выиграл. Я победил. Сразу видно, поставили все лайкосики, поэтому я затащил. Ну давайте, раунд 3, когда можно будет поменять машине свойства. Раунд номер 3 начался. А ты что тут стоишь? Эй, щенок! Прикольно, здесь такая подпись с этими плитами. Так, я боюсь до края подбежать. Так, 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 надо сваливать. Я знаю, что эти пацаны очень хитрые жуки. Надо это быть... ты, Коля, на джипе, да? Да. Так, полицейский, ты же как бы вон в одной команде. Пошел отсюда. Коля, упади. Нет. Давай, давай, задний ход. Нет. Нет, да блин. Ого, у тебя еще один улетел. Еще, еще один улетел. Молодчики, молодчики, пацаны. Слышь, ты хамерист. Я с тобой бороться не буду, потому что у тебя намного больше мощи, чем у меня. А я свойства, кстати, не менял. Почти по... Вот это было бы сильно, если бы я упал. Щенок, щенок, говорю, уходи. Ну, 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 давай, давай поборемся. Хорошо, хорошо. Тихо, стоп, я понял, что твоя машина задним ходом может делать вещи. Во-во-во. И... Так. Все, улетел. Нет. А, ё-моё, 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 ё-моё. Блин, я застрял. Так, подожди, у меня задний привод. Надо сваливать. Так, Коля, ты уже улетел. Так, у нас осталось 4 машины. Я вижу, что уже подтренировались и очень хорошо играют. Поэтому на тебе ляща! Улетел! Вот это было сильно! Прикольно его выкинул. Что, у тебя машина низкая, да? Блин, 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 блин. Он застрял. Нет, нет, не толкай, не толкай. Да блин, у колеса резиновые, газуй. Отлично. Спасибо тебе большое, ты такой добрый хамерист. А теперь моя очередь. Ты поменял свойства машины. Да пацаны, пожалуйста. Нет, 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 нет. Газуй, 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 газуй. Блин. А, это сопли. Ну нет. Ладно, я упал. Кто у нас там победил? Я остался. Пика. Пика, ну молодчик, молодчик. Хорошо. Раунд начался. Теперь я взял вот такую вот классную машину. Броневик. Я буду шкериться, я хочу затащить. Эй, да ну подожди, стой! Ну блин, ну подожди, я тебе хлеба... О, хорошо, давай так. Хлеб. Я тебе посрача дам. Блин, плохо, что ты упираешься в стенку, ладно. Погнали. А где все? Вы что, уже попадали, что? А, нет. Это было рядом. Слышь ты! На! Кто-то взял машину с другого пака, она очень фуфлыжная. Зря вы это сделали. Ого! Ты чё там дрифтуешь? Это пакет стрел на машине. А! Нет, 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 нет! Пожалуйста, ну не скидывай! Ну блин, ну я же... Падай, падай. А, блин, я разбился. Так, смотрим, как он летит. Бам! Нифига себе у тебя мощность. Этот красиво упетлял. Ну-ка, давай, я в тебя верю. Чё он так подлетает? Как игрушечная какая-то. Объехать. Давай, я верю в тебя. Нифига себе ты мощный, ты можешь тупо все машины расталкивать. Ого, вот это ударчик был мощный. Кто же упадет, мне интересно. Ого, тебя выстреливает там выхлопнуха. Турбина, да, установлена? О, сейчас один улетит. Да как вы не падаете? Это с помощью молитвы, конечно. Надо разогнаться было и в толпу сюда. О, застрял, застрял, хорош. Нет, вырвался. Вот это моща. Ой-ой-ой-ой-ой. А, это Коля тут есть. О, все, один улетел. Красиво. А я сразу сказал, что эта машина рахитная. Так, здесь тоже борьба у нас идет. Смотрите, этот раунд уже намного дольше происходит, так как пацаны потренировались и узнали, как на этой карте правильно выживать, какие точки выбирать. О, тут один застрял, пацаны. Смотрите, вам надо что сделать? Только его вытолкнуть красиво. Че, упал кто-то? Да, да, что, красиво. Мы с тобой нормальные люди. Колян, давай. Ты должен выиграть в этом раунде. Я в тебя верю, ты сможешь. Надо было его сбоку толкнуть. Да, ты его вытолкнул просто. Эту машину, кстати, тоже очень люблю, на которой Коля едет. Она очень крутая. Я забыл про нее просто. Танкинг. Так. Ух ты, вот это ты увалил. Ого, отстрелы нормально идут. Огонишь, фигачит просто. Все, он застрял, пацаны, вы его не трогайте. Он просто автоматически проиграл уже. Теперь двое у нас осталось. Кто же выиграет? Ну, наверное, Коля.
Я тоже так думаю. На самом деле тут можно малейшую ошибку совершить, и ты просто летишь вниз. Это ж, ну, легко и просто делается. Во! Давай, 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 давай! Все, Калек, ты победил. Блин, я упал, реально. Коля, поздравляем тебя, ты победитель. Кстати, ты первый раз в этой рубрике победил. Красавчик, просто молодец. Хорош. Да-да-да. 3, 2, 1, раунд начался. Я взял в этот раз грузовик. Я буду сейчас просто всех раскидывать. Я медленный, неповоротливый, но при этом очень мощный. И у меня колеса ДБ лишь, и я теперь смогу раскакивать любые препятствия. Ну что, пацаны, кто из вас хочет... Кто хочет из вас улететь вниз? Жесть, Дима. Я, ребята, двоих сразу уфигачил. Нет, нет. А кто там сзади пристроил? Да ну нет! Блин, я же мощный грузовик, я вешу 1 000 000 тонн. Ну как там было так-то? Просто лучший. Да блин, вы меня обманули. Вот именно. Еще один улетел красиво. Дэнчик, хорош. Эх, чисто. Еще один тут ездит, смотри. На маленькой машинке, давай. А он его... А, я знаю, Дэнчик всегда эту машину берет, потому что она очень читерская. Я на ней не могу так управлять, как он. Он уже просто натренировался к ней. Все. Щенок! Дэнчик, ты победил. Это будет раунд, когда я взял очень мощный бульдозер. Пацаны, готовьтесь, сейчас я буду всех скидывать. Я уже еду, такой по вашей душе. Там такой снег, я поехал. А что ты мне сделаешь? Смотри, это ж бульдозер. Все, один ушел. Да почему? Ну потому. Бульдозер какой-то лошадь. Ну, вот теперь ты попался. Нет, блин, ты вообще... Щенок, улети вниз. Я тебе не помогу? Не-не-не, я помогу, я в конце тебя просто скину. Сейчас еще бульдозером своих раскидаю всех. Даже при большой скорости врезаясь в меня, они не смогут меня откинуть, как в тот раз. Я очень тяжелый. Что за диванчик тут? Блин, я сразу же упал, когда выехал. Блин, бульдозер говно! Ну бульдозер, ну что? Блин, у него тормоз не работает. Ну блин, а... Ну. Диван выиграл Диму, я в шоке. Да блин, это не диван выиграл меня. Это машина победила меня. Я нажал тормоз, а она как тормоз, блин, не тормозит, блин. Эй, слышь, диванчелло. А он сейчас может застрять в любом месте просто. Прикол, сейчас диван выиграет вообще. Ого, смотри. Все, все, все. Прощай. Иди диваны чисти. Ну что, победил у нас кто? Я. Фокс победил. Раунд начался. Я взял теперь свою любимую читерскую машину. Я хочу в этом раунде выиграть. Надоело мне проигрывать. Шутки прочь. Ого. Ты меня не толкнешь. Почему я сразу? Иди грибы собирай. Счет трактор. Шампиньон. Ого. Кто там мусоровозку взял? Да у меня трактор не работает, ну за что? А он не рабочий. Я забыл тебе сказать, что трактор не рабочий. В этом есть прикол. Незнание о машине освобождает тебя от проигрыша. Так, давайте мусоровозку скинем. Давай, давай, давай. А что у тебя за моща такая сильная? Это шутки сейчас какие-то? Или ты изменил свойства? Не буду трогать там полицейскую машину. Да я застрял. Нет, 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 нет. Блин, я боюсь эту теперь машину, она какая-то нереально конченная. Блин, ну как я так просто? Я тебе помогаю, я помогаю тебе. Ударился краем. Ой, 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 у меня колё... Вы что гоните? Я же должен был вытолкнуть машину. Да кого? Всё, стой. Да помогите. Помогите, помогите. Что за баги? Во-во-во, давай мусорка, выкидывайся. Что Дима, это за... Что за артефакты? Ну что? Тихо, назад, давайте назад попробуем, может я назад выйду? Не, блин, во-во-во. Отлично, крутим колесами, выкручиваем. Может я выйду, потому что тот чувак выехал, может я выйду. Есть! Дима, давай, ну, давай, почти. Давай. Есть, есть, есть. Ну, так, о, все, улетел. Она скользит. Да, есть такое. Так ну. И что в итоге вы будете выбираться? Давай, помогай. Короче, я сейчас сделаю один прикол. А, я не могу удалить эту плиту, блин. Я, может, выйду все-таки? Я выиграю. Ты вряд ли выйдешь. Смотри, чуть-чуть бы и выехал. Смотри, сейчас я сделаю разгончик, смотри. И... Не-не-не, ты уже смотри. И... Опа! Ну, блин, ну машина, ну, пожалуйста, выезжай! Фокс, ты скидывай их уже. Да я не могу их скинуть, все, они застряли. Как-нибудь. Да ты можешь скинуть, скидывай.
сам себя скинь тоже. Нет, ой. Все, я сюда буду просто кататься. Удалите кто-то эту плиту, от которой мы уперлись, удалите ее. Есть. Ого. Да что, нет, я хотел вы... Блин, став назад плиту! Да блин, это подпись, зачем я это сделал? Предлагаю Диме, блин. Вторую попытку. Ума вообще нету. И кто выиграл? Дим, возьми еще машину, я тебе попробую. Я тоже, блин, на этой... Не-не-не, все по-честному, ты победил. Ну все, это на победителя этого ролика. Получается, нет. Да что? Блин, ну с плитой было тупо, на самом деле не надо было ее удалять. Я думал, удалится плита, я резко выйду, а ну видишь... Хотел по-хорошему, получилось как всегда. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Подрывай. Пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока.